Хожу я тут по дому, смотрю в окошко. А тут барашек какой-то у нас под яблоней. И что это за барашек такой? Морож, ты видела вообще? Иди сюда. Иди ко мне. Пойдем, я тебе кое-что покажу. В окошко. А то ты ведь не видела никогда. Смотри. Морож, смотри, что там. Что он там? Может, он моих полевок половит? Хорош. Ты видишь? Или тебе не видно? Вон. Хорошка. Он не смотрит. Увидела? Нет? Сейчас. Ну как тебе? Что это, скажи, такое у нас дома тут? М? Окна не мытые, скажи. Ой. Надо маме фоточку отправить. Да, Марош? Пойду-ка спрошу я у него. Не забыл ли он чего-то здесь? Бонифаций, что ты тут делаешь? Ты зачем пришел? М? Котик, что мяу? Мышей всех забери, пожалуйста. Ага. А потом у нас пирожки пропадают. И нектаринчики. Ой. Морож отсвечивает. И я отсвечиваю. Все отсвечивает. Вообще. Бонифаций. Ну, вообще ты отлично вот это придумал, конечно. Забирай с собой. Что мяу? Морожка. Сейчас как елочки, конечно же, пойдет. А что там сова? Сова сидит вон на пенечке. Котик. Вон сова. Сова его, по-моему, не видит. Котик к ней вот уже пытается зайти. Ужин сам приходит. Такое впечатление, что он не в первый раз это делает. Маме фоточку надо, да? К ястребу еще давай сходи. А то что? Ну, пошел, да, клюкве. Все, молодец. Ёлка вообще такая. Эй, на котиков все равно. Это же не собачки. Морож. Это что-то странное, да? Скажи.
Кто это? Зачем это? Подумаешь? Не видно его уже, да? Ушел. Тоже ее видишь, Мирош? Вон она. Ой, убежала, все. То ли ласка, то ли горностай. Маленькая, видимо, ласка все-таки. Убежала в ту кучку. Где-то там мелькала. Морошка увидела. Морож. Только не вздумай прыгать туда, ладно? Посмотри на меня. Морож. Мороша. Кошка-морошка. Видели интересное.